Слушай, я знаю, ты пытаешься помочь лагерю, а я хочу помочь тебе помочь лагерю. Я буду ждать тебя у дома. Конец связи. Помочь он хочет. Ну смотри мне. Всем привет, друзья! Вы на канале Shadow Игровые Миры. Меня зовут Дмитрий. У нас новое задание внезапно, как только я зашел в игру. Со мной связался Шизо и попытка помочь лагерю встретиться с Шизо. Среди друзей забота о безопасности. Очередное дело для лагеря. Напомню, осталось всего два. Два задания у нас в этом лагере, по одному верхних. И рутина, наверное, закончится. Закончится однотипное задание, пойдет, наверное, уже как пойдет сюжет просто в этой игре на 30-м-то, да, часу. И мы остановиться не сможем. Куда нам идти? Сюда. Пока что только, видите, там лагерь помогаем. Но у меня такое ощущение, что у нас еще четвертый лагерь появится. Там есть территория, которая еще не открылась. Встретиться с Шизо, что там лагерь. Железная майка, 25 метров до. Пришел. Ну, давай, колись. Я пришел, что хотел. Стой. Ну-ка, иди сюда. Шизо, да, конечно. Дело? Меня закрыл. Иди внутрь, и я покажу. Ты первый иди. Я подумал над твоей идеей. Завалить вход в ту пещеру на севере, чтобы орды перестали переть через наши фермы. И что? Все уперлось в то, что Майк не смог найти запальный шнур. Ну? Я знаю, где его взять. Вот здесь. Ну уж нет. Знаю, что ты думаешь. Нет. Понимаю тебя. Это территория упокоителей, когда я в прошлый раз туда ты полез. Ты добыл лекарство и спас нет. друга. Добудем шнур, взорвем пещеру, бух, прощайте, фрики. Угу. Это же была твоя идея. Слушай, они перекрыли свою границу, они закрыли тоннель. Если я туда полезу, начнется война. Я разберусь. И вообще, я пойду с тобой. Прикрою тебе спину. Ты только вооружись получше, хотя, если повезет, это не понадобится. Встречаемся здесь. Через Айрон Ридж есть тропа. Что? Вот да здесь. Что ты несешь? Новая локация. Поверь я так и думал. Мне. Да ладно. Идем. Ну, до встречи. Задание выполнено. Помочь лагерю. Нет, это была не работа на лагерь, это было просто поговорить с Шизо. Работа по безопасности. Если нас не поймает, сюжетное задание. 800 метров до тропа. Есть тропа, есть. Походу мы проберемся, наверное, вот сюда. Вот тут вот, целый город. Какой-то от нас еще скрыт туманом. Ехать опять же далеко, не сделали ни одного быстрого перемещения в этой области. И ну ладно. Надо же там когда-то и на мотоцикле поездить, правильно? А что, он меня тут закрыл, что ли? Нет, открыто, а там замок висел. А это думал все уже. Я тоже думал все. Ладно, сейчас поедем тогда. Что у нас там с бензином, с патронами, уже не помню. Посмотрим. 12 из 30, 25 из 50, 1 из 5. Глушитель 52. Вот если мы идем на упокоители, то, конечно же, нам нужен глушитель 100%. Пошли, наверное. Пошли, наверное, немножко скупимся. Что-что, а глушитель это самое главное в нашем деле. Ладно, давай побыстрее. Это будем с тобой ходить годами. Когда мир заболел? Мой любимый спуск. Хотя здесь и байк. Мне все равно сюда идти надо было. Я хотел пешочком пробежаться. Дик, короче, тетя, давай мне быстренько. Боже, Дикон, я слышала, что это ты включил освещение. Да. О, спасибо. Пожалуйста. Да? Ну так тебе набрали. Это все Рики. Ее и благодари. Рики? Я готова ее расцеловать. Только не говори, Бри. Ладно. Расцелуй, расцелуй. Тут тоже я вижу свои законы. Ну что, купил пистолетные патроны, купил немного
уверенности в том, что мы тихо пройдем эту миссию. Хотя тихо, наверное, вряд ли получится. Опять дождь. Опять это слякоть. Опять ехать не пойми куда. И мне, знаете, шиза этот не очень-то нравится. Игра снова обновляется, снова качается гигабайты информации. Мне нравится, как разработчики доделывают игру через полгода после ее выхода. Ну, пусть доделывают, правильно? Надо же чем-то заниматься. В общем, она опять обновляется, поэтому ждем всяких чудес. А без чудес жить скучно. Куда я еду? Как мне туда проехать? Я что-то уже тут позабыл. Я здесь редко теперь бываю. Ничего. Нет, мой любимый мост я помню, конечно. Я готов. Ты едешь? Место встречи помнишь? К западу от Белаквилы. Да, я буду там. Да, я буду там. Посмотрим, что там будет. Как бы нас там не накрыли. Шиза видел, что мы с Рики тут немножко подмучивали. Его ем. Привет, Рики. А вот и она. Я тебя искала. Я включила электричество почти по всему лагерю, в том числе и в моей хижине. Молодец. Слушай, я... Я даже нашла исправный водонагреватель. Наконец-то нырну под горячий душ. Ага. Хорошо. Да, мне бы сейчас тоже а не помешало. А ты сам-то где? Слушай, мы... Пипец какой-то нахрен. Чё за идиотизм? Что это такое? Слушай, мы с Шиза, мы поедем искать запальный шнур для динамита. Ну, чтобы замуровать пещеры. Не отвлекайся. Слушай, мы с Шиза, мы поедем искать запальный шнур для динамита. Нас заело чуть-чуть. Ну, чтобы замуровать пещеры. Подожди, давай четвертый раз. А ну давай еще раз. Слушай. Так о чем была речь? Ну и где искать? Класс. Единственное, где такое может быть, это. Рики. Минутку. Минутку, Рики. У меня на второй линии звонок, извини. Рики, слушай. Давай. Сигнал прерывается. Я тебя не. Туннель, Рики. Рики, извини, в туннель выезжаю. Рики, слушай, да. Сигнал прерывается. Я тебя не слышу. Поговорим потом. Как только вернемся. Снайпер, вот подстава. Блин, какая смешная игра иногда бывает. Да, снайпер подстава. Сейчас надо его убить. Что он здесь делает? Элкай, ты меня слышишь? Да иди в задницу, бабушка. Ну это тебя сейчас, реально. Кто-нибудь найдите его. Посмотрите у раскопа. Чё? Такер, вот уж по кому я не скучаю. Вот именно. Ещё и ты лезешь. Так, бинт. Давай, используем один. Сейчас снайпер пристрелит. Там у меня байк нахрен загорелся фактически. Он дымится весь. Поэтому мне кто-то должен ответить за... Дик, это Такер. Ты здесь? Иди в баню, бабушка. Такер, да, я здесь. Небось, работу мне придумала. Ладно, я заеду. Конец связи. Это крикунья. Это крикунья. Спокойной ночи. Которую вижу только я, походу. Еще один трофей. Сзади кто-то идет. Что за место идиотское? Вы не знаете? О, мясо. Ладно. Тут кто-то есть. У меня дрожит джойстик. И как-то переливается, смотрите. На заборе то ли свет, то ли что это. Видите блики? Я думал, это мой фонарик. На самом деле нет, не мой. Что-то мигает. Пипец какой-то нахрен творится здесь у нас. Чуть на бабку кричащую не нарвался. Да тут кто-то еще есть. Ну, кроме снайпера, естественно. Снайпер это понятно. Угомонись! Где-то чмо сидит. В доме?
Да реально мой фонарик светил на забор. Может, у нас через одно место светит? Ну, вы поняли, через какое. Если ты стоишь спином, то он светит, как будто из груди. Где, блин, снайпер? Хрена не пойму. Был же снайпер. Куда он, мать... А вон он. Он что, на дереве сидит или что? Он что, на дереве сидит? Реально? Просто безумно интересно. Угу. Да тебе, скотина, больше не будешь стрелять по намадам. Реально на дереве сидел. А что это за место вообще? Какой-то хренов лагерь. Какой-то мужик сидел на дереве. Или где он сидел здесь? Хрена не пойму. Он реально на дереве сидел? Кто-то рычит, кстати. Ладно, нахрен отсюда, давай. Кто-то рычит. Во дела. Какое странное место. Рики, ну так что там ты хотел мне рассказать? Это что за хрень? А, это для бомб всяких. Можно что-нибудь смастерить. Да, что-то можно смастерить. Смотрите, как зомби-призрак может находиться в капоте. Может находиться в машине. Может нигде не находиться. И много тут таких в текстурах сидит. Эй, блин. О, бензинчик. Не, бензинчик это, конечно, хорошо. Кто здесь, мать его, рычит? Ладно, неважно. Пойду починю свой мотоцикл, который бедный разбился нахрен от выстрела снайпера, который сидел то ли в воздухе, то ли на дереве. На дереве я еще, честно говоря, не видел снайперов. Это первый. Ну, когда-то ж надо начинать. Ну, давай. Это поправимо. Это поправимо, но весь лом ушел, между прочим. Поправимо. Или это у меня... Или это у меня в голове уже рычание? Вполне возможно. Не, кто-то дышит. Но он явно где-то в текстурах. Либо под землей, либо где-то в стене, я не знаю. Ничего. Все есть. Что есть? Ни одного ломика даже не дали. Ну и ладно. Не, я должен найти, кто это рычит. Может, ему помощь нужна? Что это за стаканчик? Либо какой-то ломик подбросили, ну реально. Что же за люди-то такие? Еще одна веревка. О, ломик. Лом. Один, но хотя бы один. И то хорошо. А тут еще что-то есть. Сейчас еще сюда зайду. Ну где ж ты рычащий, интересно, а? Так давайте создадим, наверное, микстуру. Только не стимулирующую, а бинт. Ну, собственно, так создадим. Сможем взять это. Ну, поехали, до задания. Канистра. Канистра. Можно уходить. Что там Такер мне хотела сказать? Даже дождь закончится. Ой, не Такер, а Рики. Такер меня не интересует, она мне задание последнее даст. Наверное. Вот так. Ну вот, порядок. А рычание не прекращается, заметьте. Какая-то падаль где-то здесь недалеко засела.
А, красная появилась метка, наконец-то. Она где-то там, видимо, в кустах. Ладно, меня это уже не интересует. Поехали отсюда. Здесь зачем кладбище было справа? Тут все красное, между прочим. Сейчас опять снайпер меня снимет с дерева. Какой-нибудь висящий в воздухе. Так, я там уже был. Я помню это место. Причем хорошо. Ну что, здесь надо, наверное, сделать контрольный сейф. Если мне дадут это сделать, да, сделали. Потому что сейчас будет катсцена, и мы уже отсюда не выйдем. Ух, бурное начало у нас. Бурное. Эй. Что ты делаешь? А ты как думаешь? Мы зайдем к ним через черный ход. Пешком? Ты не сказал, что пойдем пешком? А ты типа хочешь погреметь там своим драндулетом? Ты прав. Ну, вообще-то у меня тихий, я его лучше. Эй, не ссы, мухой проскочим. Майк сказал, он послал тебя на переговоры с Карлосом. Старик тебе об этом рассказал. Да, да, расслышал. Ну, наверное, ничего страшного, что ты знаешь, раз ты и твой брательник теперь одни из нас. О, видимо, все прошло удачно, раз мы теперь можем спокойно зайти к ним, как ты сказал, через черный ход. А куда-то мы идем. Точно окажемся в этом райончике. Какой-то туннель, наверное, откроется. Хотя вот дороги, развилка, заезжай. И делай там, что хочешь. Переговоры-то нормально прошли. Для базара с обезьянами, которые обдолбались финциклидином. Но знаешь что? Если нас сегодня не поймают, это перемирие, может, и правда останется в силе. Даже несмотря на то, что у нас вышла стычка с ними в Кэмп Роук. Карло сказал, это была ошибка. Какие-то отщепенцы. В общем, он сказал, это не повторится. И ты ему веришь? А какие варианты? Я просто шестерка Майка, как и ты. Я слышу волка. Черт. Слышишь? Да, волки. Думаешь, зараженные? Ну, сейчас узнаем. А раньше как ты перебирался? Тут была деревянная лестница. Ее шахтеры оставили. Или спелеологи. Давай, иди сюда. Подсади меня. Ух ты, слышите, тут красиво, блин. С этой стороны. Я не видел такую красоту раньше. Что там лежит у них возле? Лодки, да? Да, лодки. А чё тут не был? Как-то мимо постоянно проезжал. Нет, я был, но как-то не обращал внимания. Неплохо тут у вас, мне понравилось. Чё, что-нибудь есть интересное? Кусок палки. Гвозди, бинт есть целый. Но нам не пригодился. Ну что, будем чинить. Давай починим. Хорошо. Сейчас будет, наверное, драка с волками, поэтому нужна хорошая бита целая. Ты готов? Да. Да. Давай. Есть. Посмотри там, может найдешь ту лестницу. А я здесь гляну, наверху. Давай быстрее, нужно успеть убраться отсюда, пока не рассвело. Да ну, а то я не знаю. Не понял, мне даже руку Волки! Не дал. Берегись! Вижу! Тогда автомат надо брать, если волки. Сука! Зато не мутанты хоть. Еще идут. Сверху, что ли?
Хорош. Все, это последний. Куда ты знаешь? Шиза! Шиза, куда ты пропал? Погоди, погоди, сейчас. Я пока мясо соберу. Сейчас мутанты еще придут, вы же знаете, как тут бывает. Шиза, ты будешь мне лестницу давать, нет? У меня последний волк остался. Голову береги. Ладно. Ладно, некогда мне просто. Долго что я искал. Я нашел у него в документах карту. На ней отмечены тропы лесной инспекции. Он наверняка рад, что ты роешься в его бумагах. Если не узнает, то и не расстроится. Ну-ну. Короче, как видишь, тропа в плохом состоянии. На карте отмечено, что она перекрыта. А там что? Я б туда пошел. Ух, новая локация, да? А вон они стоят возле костра, как обычный идиот. Так нам тихо надо, так видишь? Давайте перебьем их. Да, костер упокоителей. Раньше такие видел? Нет. Они называют это собранием. Я слышал, они там такое вытворяют. Давай обойдем. Даже смотреть неохота. Да что интересно. Посмотрим. Тебе что, жить надоело? Наоборот. Слушай, я хочу своими глазами увидеть, что у них там за ритуалы. Покойся с миром, покорись, вся эта хрень. Ладно, ладно. Но держись рядом. Если разделимся, нам кранты. Ну, веди. Смотрите, сколько их. Так, может, давайте их всех и того. Ножичком. Подожди. Да при том, что у нас есть бинокль, можно посмотреть издали. Или вам надо послушать, как они рычат. Это что за хрень? Они сами себе режут. Знал я одного парня, который прошел через такой ритуал. Он говорит, они сперва чем-то упарываются. Фенциклидином, что ли. Короче, боли не чувствуют. Давай их обойдем. Читаешь мои мысли. Стоят в метре от них, в полный рост. Ты когда-нибудь такое видел? Нет, такое нет. Я тоже. Вот поэтому лучше не высовываться. Если нас заметят, на всех у нас пуль точно не хватит. Да уж. Да ладно. Зато мы можем их бить битой. Плюс у меня еще есть сапожный нож прокачанный. Так у них тут целый город, что ли, да? Нет, мы в этой же точке, прикиньте. Нам не показывают ту область. Ладно. Твою мать. Пригнись, пригнись. Черт. Надо уйти от дороги. Да. Так, обойдем стороной. Ты знаешь, куда идти? А как же? А ты уверен, что нам сюда? Да. А что? Я здесь часто проезжал, еще давно. Что? Здесь моя жена работала. Тут была лаборатория к востоку от Iron Butte. Короче, я сюда ездил. И точно знаю, что транспортный комплекс в той стороне. Пойдем дальше. Сам увидишь. Нам сюда. Мы тут все знаем. Самое интересное, как они вот эти вот упокоители, бензин у них есть, все есть, как-то существует. Хотя ни хрена не делают, ни лагерей особо не содержат, ни сельским хозяйством не занимаются. Ну, у них все есть. Возле костра постояли, и все получилось. Это что такое? А эти впахивают. Упокоители дудят в эти штуки, чтобы привлечь фриков. Идем. Ты откуда знаешь? Я первый раз это слышу. Нас не видно, да? Абсолютно не видно. Встань,
свободны! Мы отрежем! Чё творят? Всю твою боль! Ты почувствуешь боль! Да! Чёрт, гниды! Ой, ё-моё! Короче... Стой! Стой! Нам только войны не хватало! А давай-ка ты лапу уберёшь! Господи! Так может освободить её, не? Кто-нибудь, помогите! Идём! Пожалуйста! Давай валим отсюда! Нет уж, мы не оставим её фриканам! Что? Стой! Я сказал, мы её не бросим! Ты забыл, зачем мы сюда пришли? Да верёвку отрежьте, пусть бежит! Куда добежит? Короче, я понял. Больше времени потеряли, болтая. Так. Держу, я держу. Да, она далеко не убежит. Прикончите, короче, ее. Кошмар. Она нас всех сдаст, ноги все поломаны. Ноги сломаны. Она сама шагу не сделает. Ты знаешь, что делать. Ну, будем тащить, а что делать? Идти надо. Тихо, милая. Слышишь? Все будет хорошо. Сейчас все пройдет. Не бойся, сейчас все пройдет. Не бойся. Какой-то хладнокровный убийца, Дикон. Сейчас все пройдет, и все будет хорошо. Не бойся, милая. Я с Диконом больше дел не имею. Смотри, какой хладнокровный маньяк. Ну, понятно, бы ее сожрали бы, что бы хуже было. Пошли, тут срежем. Хотя можно было бы ее вытащить, вот 20 метров прошли, на самом-то деле. Но Дикон решил по-другому. Молодец. Мы выбрали шнур. Нормально? Правильно, они же из человека. Ты правильно поступил. Да. Перестань, а. Нам всем приходилось. Хватит. Где мы бегаем, интересно? В одной точке бегаем. На самом деле мы уже должны пройти... Я не знаю, вот сюда куда-то. Территория, кстати, называется Iron Butte. Новая локация, да? Там, где есть пару пунктов. Только по карте мы еще не продвигаемся. Я увидел коробки с патронами. Что-то мне говорит, что мы тихо здесь не проберемся. Блин, да что теперь-то? Фриканы. Орда, твою мать. Да не, это не орда. А кто же тогда это? А, это эти, покоители притворяются. Покоители. Давай, пошли, пошли. Они на всю голову больные. Ты видел их лидера, Карлоса? Нет. Он из них самый страшный, весь в шрамах, на спине, на руках, на ногах. Я поэтому и говорю Майку, с этими психами невозможно жить в мире. Я тебе сказал, я против Майка не пойду. Да, по-тихому зайдем. Идем. Должен быть другой вход. Подожди. Давай, сначала осмотримся. В каком смысле? Мы же не знаем, что там внутри. Давай поглядим. Может, найдем что-нибудь. Да, ладно, давай. Почему бы и нет? Пройдись тут, может, что и найдешь. Что ищем? Просто интересно, что ищем? Что скажешь? В эту дверь? Закрыто, да? Но есть способ по-тихому войти, чтобы нас никто не заметил. Хорошо, что Шиза знает этот способ. Ты же не знаешь, что там. Да что тут? Сейчас ночь, там никого не будет. Не волнуйся. Что ты... Вообще пипец.
Зараза! Я его не видел. Даже опомниться не успел. Мне нравится, что он начал кричать еще до того, как его укусили. И главное, что он тихо действует. Это тоже мне нравится. Пистолет без глушителя, пойти на задание, при том, что они везде продаются. Что мы здесь ищем? А, использовать лестницу? Где надпись появилась? Какую лестницу? Надпись какая-то появляется, использовать лестницу. Какую нахрен лестницу? Шиза, блин, что делать? Ага, такое бывает. Ну да. Слушай, я перед тобой в долгу. Серьезно. Да ладно. Давай, заберем шнуры. И пойдем подальше. Помоги, здесь можно пролезть. Чё-то я сомневаюсь. Давай. Ну, ладно. Давай, Шиза, проползай. Ой-ой-ой. И мы туда полезем? Ты да. А есть выбор? Ты готов? Ага. Тяни. Пролезай, я подержу. Не, давай ты. Я держу. Иди. Давай, пошел. Ладно. Ну, держи. Вот черт. Зараза. Да, да, заклинило. Тяни. Какая-то неудачка на неудачку так. У нас. Ладно, не страшно. Ты иди в обход. Я придумаю, как открыть боковую дверь. Отсюда. В детский сад попали. Тик! Получил? На, сука! На! Крепкие какие ребятки. А вот так? Сейчас я тебе сделаю, падаль. Нравится? Твали нахрен. Хочешь огрести? Есть. Вот так. У Дикона есть опыт, помните, мы со столба сбивали. Дикон убийца вот этих детей всяких. Он один остался еще. Один. И один вверху здесь сидит. Еще есть? Давай, выходи. Патроны не хочется тратить. Вижу, 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 вижу. Есть. Так, еще вот один потом рычит. Кто там? Осталось 18 патронов. Не знаю, что мы будем делать, если вдруг придется отбиваться. Но ничего хорошего точно не будет. Тут есть аптечка, если что, для таких, как я. Но чтобы ее выбрать, если я в инвентаре, это надо умереть, конечно. Аптечка есть. А если еще ее быстро надо выбрать, то это вообще, конечно. Так, кувалда есть. Очень хорошее качество. Аптечку взяли, выздоровели. Ну, где ты там квакаешь, блин? Все, или еще кто-то остался? Перейдем на пистолет. Так, держись возле стен. Ой, я тебя не увидел. И тебя не увидел.
Есть. Еще где-то идет этот вот шум, этот странный. Уничтожить всех шакалов, понятно? Ну, металл очень нужен. Там, наверное, был еще. Ладно. Так, не откроешь. Подожди, тряпочка. Еще где-то один. И на лестнице не залезешь. Сейчас, наверное, какой-то большой будет. Так и думал, блин. Последнего оставил, да? Я заперт на складе с кучей разъяренных шакалов. Сам-то как думаешь? Тухи там разъяренные. Обычные дети. В детсадик обычный попал. Ну вот. Пожалуйста, дверь открыта. Господи, ты цел? Почти. Всего лишь мелкий шакал? Пошли. Надо искать запальный шнур. Найти огнепроводные шнуры. Ты без шиза мог бы их найти. Что скажешь? Кабинет прораба наверху. Там они и должны быть. Прекрасно. Откуда ты знаешь? И как нам туда попасть? А, я тебя подсажу. Давай. Стой, ты просто хочешь, чтобы я пошел первым на случай, если там кто есть? А, ну да, раскусил. Давай. Ладно. Ну что, ты готов? Да. Ну, пошел. Господи. Все, я залез. Сейчас. Скинь мне что-нибудь, чтобы я забрался. Зачем? Бери провода и уходим. Держи. Аккуратней. Тут относительно спокойно. Ну что, мне открывать, да? Да не вопрос, открою. Ага. О, походу оно. Бинго. Ну-ка, подержи, я достану. Могу и я достать? А, ну да, ты же мне не веришь. Вообще-то, верю. Пора отсюда валить. Может, два возьмете сразу на всякий случай? Или три? Или вы еще придете, да? Шиза, я хочу сказать тебе спасибо. Да, ладно уж. За то, что пошел со мной и помог мне. Да ладно. Нет, правда. Нам ведь были не особенно рады в лагере. Все, перестань. Ладно? Заперто. Я все еще надеялся, что мы это вскроем. Ну и выходим просто. Короче, как мы доберемся до лагеря, давай-ка ты... Что ты делаешь? А как ты думаешь? Прости меня, брат. Выбора нет. Как обычно. Сейчас отберут все оружие, все припасы, все медикаменты, подвесят за ноги. Ну, вон, видите, он с этими, с упокоителями вместе, походу, заодно, да? И решил им отомстить за Рики. Но я ему никогда не верил. С самого начала пути. Он думал, меня сожрут шакалы сейчас. На самом деле, шакалы со мной не справились. Да, опять в тюрьму. Я же говорил, как это все предсказуемо. Да. Ты знаешь, кто я? Правда, не за ноги подвесили, а за руки привязали. У вас же вроде бы нет имен. Мы идем по пути. Мои братья. Мои братья и сестры отказались от своих имен. А я нет. Пока что. Ага. Карлос. Я ж
что-то на спине прилипло, Карлос. Джесси. Ты помнишь? Джесси, какого хрена? Джесси? Я помню имя. Ну и все остальное. Старый друг, что ли? Помню, как ты, Бухарь и Джим держали меня. А-а-а. Пока Джек жёг мне спину горелкой. Это было давно, и у нас тогда не было... Ай! Ай! Смотрите, да. Блин. И заживает сразу. Я тоже кричал, дело такое. Я помню, что в тот день я понял кое-что. Очень важное. Всю твою личность. Все, что делает тебя тем, кто ты есть. Это все можно выжить. Лучше б я к Такеру поехал. Не останется ничего. Только имя. Вот в чем суть фриков. Я это понял. Вот почему мы должны стать такими, как они. Ну что, будем дело делать или языком чесать? Дело мы сделаем. Дикен Сенджо. Но только не вдвоем же, правда? Конечно, разве можно позабыть про старину Бухаря, верно? Мы закончим это дело вместе. Все втроем. Капец. Это ему теперь руку отрезать придет. Разок есть. А впереди еще сколько десяток. Или больше. Это ведь такая удача. Все трое. Ты, я, Бухарь, мы все живы. И снова встретились после конца света. Что ты сделал с Бухарем? Он пока не здесь. Но скоро будет. Ты подожди. Еще и Бухаря привезут. Сообразим на троих. А это еще кто? Ну, кто-то же должен нас освободить, да? Да, это ты. Лиза! Выходит, не обозналась. Лиза. Нет. Ё-моё, Лиза. Это не моё имя. Вот куда ты ушла. Я встала на путь. Поправилась. У меня больше нет имени. Как постриглась. И у других. Все, кого я любила, умерли. Лиза, послушай. Ты знаешь... Зачем нам быть, как они? Такими, как фрики. Нет. Потому что они не помнят, что потеряли. Кого потеряли? Обалдеть. Кого-кого, но Лиза здесь не ожидала увидеть. Типа и помогла, и не помогла, да? И тех не предала, и Дикону помогла за то, что он ее спас несколько раз. Ну, держитесь теперь все. Я помню имя. Покинуть храм. Как же это сделать? Лучше бы реально к бабке поехал. Ну, давайте. Лиза. Лиза. Потеряй себя. Я здесь нет. Ты ж не сюда выйдет, да? Тут нет туалета. Нет, да? Оружие нигде мое забрать. Нельзя им попасться. Потеряй себя. Ощути пластину единого разума. Освободись.
Ощути пустоту единого разума. Сейчас я тебя посвящу. Так, готов. Можно сюда. Можно ублюдков пойти разбить. Дай мне шанс, и я помогу тебе найти путь. Даст тебе свободу. Твое тело пустой сосуд. Потеряй себя. Дать тебе свободу единого разума. Так, а сюда я могу зайти? Освободи. Не, спасибо за ответ. А я уже пришел в себя, смотри, какой я бодренький. Мою руку, конечно, тоже отпилят. Просто не знаю, откуда ждать атаки. Охренеть. Единый разум, тебя освободить, мужик? Или тебе все равно? Ему все равно. Блин, сколько они тут народу положили-то, а? Долбанный храм у покоителей. Чувствуешь? Шрамы глубоки. Они вырезают твое имя. Они ведут тебя в единый разум. Как удачно столики расставили, да? Так, выход-то здесь. Но где мое добро? Тихо, тихо, тихо. Реально, где мои винтовки? Там движение. Вот, блин. Почувствуй боль. Прими ее. Растворись у ней. Ощути пустоту ее. Люди! Мы разгромили их! Твою мать, как она меня поймала, если меня не видно. Начинается. С самого начала, что ли, бежать? Хотел, блин, побольше их зачистить, чтобы потом легче было. Не дали. А, меня тут и сохранили-то, по идее. Не сохранять тут хорошо. Выяснить, где они добро хранят. Боль даст тебе свободу. В принципе, он мне не нужен, но мне хочется его убить. Очень сильно хочется. Боль дает свободу. Шрамы станут путем свободы. Заткнули, наконец-то. Еще по одного шлепнуть. Там кто-то есть, да? Товарищи, выходите. А, он меня просто в щель, наверное, увидел, да? Ну ладно. А, тут завалено, я хотел на второй этаж еще. Вещи о, забрать. Еще один. У них стены не очень. Наверное, холодно здесь, когда зима. Шрамы глубоки. Они покинуть храм покойки. Они уведут тебя в единый разум. Мы единый разум. Свободный. Давай дальше. Что, что нож есть? Спасибо, Лизи. Тебе без ножа дело, не знаю. Не так уж трудно. Мне больше бита моя волнует. Ну и, конечно, винтовка снайперская, которую я не найду больше, пока не отниму снова. Блин, да там их миллион стоит. И как мне с ними разобраться? С четырьмя мне не справиться. Можно было и попробовать, но тут же ж квест сразу сбросится, если я спалюсь, правильно? Ну, правильно. Костер, где этот долбанный костер? Вообще, где я нахожусь? Новая цель, найти костер. О, я уже наконец-то там, в центре этой карты. И наконец-то карта начинает открываться. Мотоцикл вообще в 100 километрах от меня. Дайте мне мои вещи подержать в руках, или я их уже упустил. Вполне возможно. О, фрики. Путь, мы на пути. Это не фрики.
что-то делать. Я вижу тебя, потерянный. Как ты меня видишь? Подожди, подожди, нюхни, нюхни, нюхни. Надо освободить. Как мне отсюда выбраться? Ну, вот как-то так. Можно их, конечно, отвлечь камнями. Камни у меня всегда с собой. Самое интересное, да, камни остались. Но мне этого бы зарезать, а потом уже все остальное, это он медведь какой-то. Ну ладно, давай камнями бросать. Здесь кто-то есть. Совершенно верно, кто-то есть, иди давай. Капец, они на меня смотрят. Большой костер трудно не заметить. Что? Спокойно. По какому маршруту пойдем? Может, их всех перебить надо-то, а? Там их дофига стоит. Ладно, давайте обойдем с этой стороны. А, шаг влево, шаг вправо, расстрел, ребят. Тут сильно не разгуляешься. Ну, меня видно, конечно, но сделаем вид, что... Не видно. Давай отсюда. 60 метров до костра. Вообще стоянка неохраняемая. Вон он. Так, где мои вещи? Они возле костра должны быть, да? Костер вообще один только лысый охраняет. Найти свое снаряжение. 46 метров. Того, может, надо сначала шлепнуть. Как считаете? Можно и шлепнуть. Что они жрут в этом лагере? Вот мне интересно. Не охотятся. Ни с культурой не выращивают ничего. Вот он стоит. Который меня может спалить, если я вдруг что-то сделаю не так. Так, вещи там. Ну, до этого, конечно, надо было еще подрезать бы. Так, а братва, вон стоящая. Не знаю, меня могут и не простить за... Вот тебе путь! Тихо ты! Путь. Ну, разобрался и хорошо, он еще один ходит. Мы так и весь лагерь перережем с вами. На вышках никого. Давай отсюда зайдем. Есть вышки, но они ими не пользуются. И сюда. Есть. Это здесь. Должны быть здесь. Ну, к костру я не пойду. Давай попробуем скрыть. А, тут не надо скрывать. Просто открыть и зайти. Войти, вернее. Эй, зря ты это делаешь. Отдай сюда. Это мое. Эта шляпа несет... Бейсболка, вернее, несет проклятие. Не надо над ней смеяться. А тем более надевать ее. В чем смысл? А?
Тащите к себе сюда людей, измываетесь, забираете пожитки, а потом что, типа бросаете все в костер, так что ли? Ебануться. О, привет. Это не мой пистолет, где глушитель? А вот еще вопрос. Где мои цвета? Чего где? Цвета, жилет мой, где мой жилет? У кого? Не знаю. Ладно. Он только что ушел, взял и ушел, недавно ушел. Примкни к нам, ты будешь найден. Обязательно. Где мои цвета? Где моя винтовка? Цвета. Высадить упокоителя, минутку. Сюда. Что тут у нас? Кто ж его унес, Карлос? Только что ушел. Забрать свой жилет. Что мне оставили? Мне, в принципе, все оставили, только патроны все забрали, чтобы я не пулялся. Здесь и биту. Ой, биту вернули. Топор избитый, ремонт, трилома, у меня один. Биту только расхреначили, чтобы ей тоже не пуль... А, нет, есть. А сколько у меня там... А, 77%, так нормально, что... Конечно, лучше бита. Цвета, жилет. Для байкера это, конечно, важно. Следы свежие. Пипец, я ж тебя только что убил. Какой-то звук. Да. И как мне его искать в лагере? Где полно ублюдков. Вот следы пошли. Зачем тебе автомат, если там нет патронов? Приятель. Опять они все вернулись. Да. Тут тяжеловато будет. Ну, пошли через дом попробуем. А, двери не открываются. Вот зараза ж. Прям головоломка, как пройти дальше. Я же пол острова открыл, пока бегал. Тут можно было пульнуть. Опять они все повсюду, я всех же перебил. Через минуту вернулись, зараза. Нет, этого мы не будем убивать, теперь видно. Ну, пойдем. Туда, куда надо, еще и пришел. Привет. Сделай одолжение. Сними эту хрень. Мы вырежем твою душу. Спасибо. Спасибо. Покорись, тварь. Да. Главное, желез, что вернул. Ну все, теперь надо отсюда свалить просто. Куда только валить. Покинуть комплекс упокоителей. Они здесь, судя по всему, вечные, да? Ну, судя по всему, да. метров. И как мне пройти здесь? Блин, кухня какая-то. Через эту дверь давай выйдем. Тут туалет, блин. Главное, вылечиться не могу. Не выйдет. Да ё-моё ж. Хорошо бы было бы, да? А как я здесь пройду-то? Вот зараза. Можно вернуться обратно. Поэтому же, может, куда мне надо дойти? Нет, мне надо туда обратно, не надо возвращаться. Мне надо выйти и через боковые эти, да, тропы выйти. Так нас спалят, это точно.
Один здесь нет. Нет, вдвоем. Спасти Лизу от упокоителей. Как? Без патронов? Так, надо что-то делать. Они ж повсюду. А, мы следуем за Карлосом. Там какое-то движение. Там кто-то был. Пипец. Патронов даже нет. Дайте мне патроны. Неужели эти упокоители патроны забрали? Кажется, там что-то есть. Мне надо этих двоих убрать, они мне очень сильно мешают. Правда, я второго не вижу уже. Надо осмотреться. Подожди, 54 метра. Спасти Лизу от упокоителей. Хоть бы... А, вон он вверху. Хоть бы себя спасти. Кто здесь? Я видел их. Как мусор выбросили. Все, спокойно. По-моему, да, все нормально. Он обрел освобождение. Здесь кто-то есть. Кто это говорит? Я ж их всех не... А, вон он ходит. Я ж их всех не перебью. Без оружия. Ну, был бы автомат, конечно, ему конец бы наступил. Лиза, ты где вообще? Ни хрена не пойму. Стоит куча народу. Она в доме, что ли? Я хотел свалить уже. Ну как же, я Лизу не оставлю, ну вы что? Я ее с детства знаю. И главное, подобрать ничего нельзя. Спасти Лизу от упокоителей, а ну. Отличный балкончик. И сохраниться, главное, нельзя. Вообще ничего нет. Ни лечения, ни патронов. Тут у меня на один выстрел здоровье-то у меня всего-то. Но я понял, в общем. В общем, надо с этого дома перебегать на следующий. Нет, игра сохраняется по чуть-чуть. Или это подгрузка. Ну ладно, не важно. В любом случае, нам сюда. Так подождите, я ж возле этого дома был. Вот зараза. Ну, у меня есть верная бита. Ну, конечно, здоровья нет. А этот мужик уже ушел, да? О, здорово. 63 метра до Лизы. Мужик уже исчез. Сейчас пройдем. Ох ты! Блин, как туда зайти? Войти, зайти, обойти. Я практически рядом. Блин, вообще обалдеть. С двух сторон стоят. Отсюда ж пойдешь. Камень только бросай. Эх, дали б не патроны мои. Ну, пошли вон. Чё только один на мой камень реагирует? Что они это было? Они вообще не реагируют. Что-то тут не так. Потерянные! Здесь потерянные! Он свободен!
Что-то здесь не так. Жди освобождения. Он за мной бежит, да? Что-то не так. Кто тебе это сказал? А ну давай сюда топор мой. Только гнездо этих напоминает мне. Ну что, Лиза, ты здесь? Попробовать открыть. Не здесь, а где ж ты? А, вот, в соседнем доме. Вот отсюда лучше всего бежать. Вон там дорога прям открыта. Выходим и... Заперто. И... Да вы издеваетесь, заперто. А здесь? Здесь открыто. Лиза, главное не делай резких движений, иначе я тебя прибью. У меня опыт есть в этой серии убийства. Женщин. Так, я ее нашел, по-моему. Да. Ты не найдешь путь. Нет, нет. Я тебя упокою, сволочь. Как я вовремя. Лиза, Лиза, послушай. Они знают, ты меня отпустила. Здесь опасно. Пойдем со мной, нет. Пока... Ладно, не со мной, но ты должна бежать, потому что иначе они тебя убьют. Ты поняла меня? Да. Пошла! Да, так лучше, наверное, будет. Или нет. Так, короче. Беги со всех ног. Не выходи на дорогу. И не останавливайся. Давай. Хорошо, что она не со мной. Представьте, что бы сейчас сделал. Ого, аптечек. Ого, бутылок. Мы соберемся для возвышения. Вау. Ну, ребят, вы теперь попали. Вы знаете, с чем вы сейчас встретитесь? Рэмбо первая кровь вам комедии покажется. Ну-ка. Фугас, коктейли молотого, здоровья. Бинты восстановили, аптека. Ну, держитесь. Еще что-нибудь? Что дальше? Вернуться на стоянку Iron Ridge, мог ведь догадаться. Так мы их не будем убивать всех, нет? А я бы их всех сейчас. Что так патронов у меня? А, вон они с автоматами уже все. Куда это они пошли все? Почему так мало патронов? Вообще их нет. Ну сколько у меня было, походу, да, столько мне и вернули. Могли бы побольше дать. Но теперь меня вооружили. Куда они все побежали? Алло, вы меня забыли. Бухарь, ты на связи? Если ты меня слышишь, этот козел Шиза меня сдал. К вам идут упокоители. Предупреди Майка. Походу, там уже и лагерь Майка, наверное, разнесли к такой-то бабушке. И они все поехали туда, да? Так надо успеть. Вернуться к Байку. Где он? Хо-хо-хо. Не самый ближний путь. Но есть возможность, наверное, на чужом доехать, да? Но я ж не буду пешком бежать 800 метров. Там, правда, нас не пустят, он кто-то стоит. Да им все равно. Они обдолбаны. Красный. Ну, круто. Поехали. Отлично. Да, я к своему привык. Мой намного быстрее. Этот какой-то калека. И управлять тяжело, я вам скажу. Ну, не так весело, как моим. Все красное вокруг. Лучше не буду смотреть по сторонам. Надо найти тропу. Найдем, наверное.
Что-то все красное. Надо найти тропу. Рики. Выключи фары там, чтобы они меня не увидели. Понятно, что тебе нужен твой байк. Офигеть, тут вообще как... Ну это точно сейчас повторяет игру. Безумный Макс. Полностью такая же. Где костер? Такая же локация, заселенная этими лысыми фанатиками. Вот, нашел. Все, быстро отсюда. И зачем я только в это ввязался? А какой же я идиот, мог ведь догадаться. А как я мог так подставиться? Это же Шиза. Патронов и так немного, я еще так стреляю метко. Так, как нам выйти к байку? Блин, там упокоители. Тихо-тихо. Пойдем по другому маршруту. О, шалашик. О, топор упокоителя. Ты не успокоишься, да? Ну что тут у нас? Патрончики. Нормально тут. Коробка с гвоздями, нет места. О, это все мне пригодится, я думаю. Мины тут. Ого. Нормально. Мне нравится. Что я сюда зашел? Полностью восстановили патроны? Да, полностью. Глушитель на 60 патронов. Это все восстановил. Металла жалко, у меня нет фактически. Тут коробка с гвоздями. Ну теперь просто пробиться к мотоциклу и все. Тихо-тихо-тихо, без резких движений. Я уже выбрался на свою карту, а ну. Выбрался. Осталось чуть-чуть-то только. Подожди, какая-то трава была. Возьмем. Как можно не взять кисличник? Целый лагерь их вверху и внизу. Вон они меня ищут. А мы их обойдем. Где можно было перебить? Всего два. Недомерка. Тут еще хватит, да, повоевать с кем? Сраный Джесси Уильямсон. Карлос. Отморозок зачуханный. Надо было Джеку не только татуху тебе сжечь. Надо было тебе глотку перерезать. Получилось не очень тихо. Стой! Я дам тебе Я бы сказал, совсем не тихо. Но не попал. Лома дали, наконец-то. Хоть немного. Тряпка, нет места. У меня есть чем подлечиться? Ну, в принципе, ну давай. Думаю, пригодится. Ну как это, тряпка должна уже быть. А, так создать сначала. Ну да, теперь можно взять.
50 метров до. Вот они не до моего мотоцикла, а до завершения квеста, наверное. Да нет, все-таки надо до мотоцикла добежать. Почти дошел. Какая затяжная миссия. Бухарь! Лагерь Lost Lake, ответьте! Шиза едет к вам и с ним упокоители, как поняли. Меня кто-нибудь слышит? Lost Lake! Черт! По-моему, нас никто не слышит. Их уже, наверное, в живых там нет. А ты, Рики, не пробовал вызвать? А бабку Такер? Вон он, на месте. На месте. Никто не украл, не забрал, не угнал. Это хорошо. Что ж там с лагерем-то, Рики? Чё ты Рики не вызовешь? Зачем тебе бухарь? Еще руку же должны отрезать, да, по идее? Да, бухарь. Верни свое имя. Рики, лагерь Lost Lake, меня кто-нибудь слышит? Наконец-то додумался к Рики. О! Да, это я. Черт, подожди. Я чувствую... Дико, мать послал за тобой ребят. Рики, упокоителям нужен бухарь. Дик, нет, 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 нет. Эй, эй, не стреляйте, это Дикон. Майк послал нас за тобой. Упокоители! Гоните, я с ними разберусь. Надо скорее в лагерь. С этими я разберусь. Нужно их остановить. Так я остановлю. Он еще! Так это убили. Нет, нет, не останавливайтесь, гоните! Да это свои ж, блин. Поехать с байкерами Железного Майка, тебя ищут. Готово. Ой, простите. Своего же. Почти на месте! Одного убили, да? Это по сюжету или из-за меня? Упокоители! Твою мать. Чуть-чуть осталось-то уже. Тут прямо на нас! Вижу! Они подожгли машину! Они хотят перекрыть дорогу! Объезжайте! И что не останавливайтесь! Такого. Твою мать, я еле еду. Чё ты еле едешь, приятель? Мы уже рядом! Вы гоните к восточным воротам, поняли? Главный мост! Я зайду с другой стороны, пойду пёхом по мостику через болото. Увидите бухаря, скажите ему, что упокоители пришли за ним, ясно? Я понял. Санджон! Удачи тебе! И вам тоже! Увидите Шиза, грохните, гада! Короче, один... Ну, хорошо, что хоть один выжил. С таким раскладом. Блин, весь лагерь сожгли. Вот подонок Шиза-то, а. И я в этом причастен, конечно, что ему поверил. Надо было сразу его шлепнуть. Что-то у меня байк не ехал за ними, постоянно тормозил. Не мог их догнать. Так что теперь все, то, что я прокачивал здесь доверие в этом лагере, зря, да, делал, походу. Походу, да, все сгорело. Покорись! Вот так вот. Да, Дикон вошел во вкус. Тихо, успокойся. Не надо, пожалуйста, нет. Я свой, я тебя не трону. Не бойся. Ладно. Не бойся. Беги к Такеру. Не трогай, пройдет. Лучше рабство, чем смерть. Так, слушай, слушай, посмотри на меня. Я ищу бухаря и Шиза. Ты знаешь таких? Ты знаешь, где они? Я не знаю, не знаю. То есть все это произошло так быстро. Они были повсюду. Упокоители, они захватили лагерь, они нас пытали. Они понял. Забрали меня и еще Джен, и Эрика, и Блэка. У тебя же есть автомат. Николь. Николь, ты стрелять умеешь? А, я думал, ты себе. Научусь. Дело-то плевое. Умница. Да. Хорошо. Видишь вон ту вышку? Влезай туда и сиди тихо, как мышь. Если придут упокоители, снеси им бошки, а я друзей твоих найду. Ладно? Иди.
блин, самый настоящий ад начался. Отправился автомат. Вот она сама себя пристрелит, судя по виду. Ну держитесь, ублюдки. Что делать? Спасти заложников. Они не остановятся. Среди друзей. Подожди. Так, три лома, это хорошо. А где ж мой глушитель? Хотя зачем здесь уже глушитель, да? Хорошо, присел. А это кто? Это не бухарь, нет? Нет. Это смертник. С очень крепким черепом. Кто там? Да кто там? Покажите мне. Это ты стреляешься, да? Какой крепкий парень. Наконец-то. 4 выстрела. Одно очко. Так, а ну давайте, наверное, прокачаем с вами уровень, пока есть возможность, потому что надо стрельбу прокачать как раз самое время. У меня тем более сколько там навыков. Один свободный. Какую-нибудь стрельбу, что-нибудь получше было. Значительно ослабляет отдача стрелкового оружия. Хорошо, это что дает? Урон от арбалетных болтов. Повышение точности стрельбы. Без промаха. А это что? Ускорение перезарядки стрелкового оружия. Давайте повышение точности. Как раз самое время будет. Без промаха освоено. Так, или вылечиться надо немножко. И перезарядиться малость. Куда идти? Наверх. Вот ублюдки не всех перебили, смотрите. Жесть вообще. Бой не устроили. Два стерилизатора. Дай, наверное, автомат брать уже. Я больше не позволю этим скотам убивать наших. Покойся с миром. Покойся с миром. Заложники в доме, да? Кладбище, вообще тут никогда не был. Да нет, они не в доме. Ну, в общем, найти их надо. Тут еще и Карлос же, наверное, будет, да? Здрасте. Посмотрим, что у вас тут происходит. Ну вот. Красиво, да? Спасибо. Тише, давай это потом. Вы же знаете, Николь, да? Идите на запад к пешеходному мосту. Она там, на дозорной вышке. Идите и помогите, чтобы больше ни один упокоитель не пробрался сюда через болото. Ты посланник Божий. Мои молитвы услышал. А, круто. Беги. Спасибо. Правда, она вас... Николь, теперь дело за тобой. Правда, она вас пристрелит, когда вы к ним подойдете. Спасибо. Лом нет места, сейчас будет. Давай. Как раз починка биты. Не помешает. Бухарь! Бухарь! Рики! Кто-нибудь! Дик, я думала, потеряла тебя. Рики, где Бухарь? Где Шиза? Я не понимаю, что происходит. Я видела его с Бухарем. Где? Где Рики? Я... Дик... Ломятся в лазарет. Ух, здоровяк. Держись, я иду туда. Дождись меня. Здоровяк. Я понял, сейчас. Только со здоровяком надо разобраться. Так он же неубиваемый-то фактически. Дикон. Нет! Пипец. Вот черт, Рики! Надо к лазарету. Блин, он выжил. О, хорошо бросил молотов. Молодец. Твою мать.
Ты что, бессмертный, что ли? Ребят, вы... пустите, ребят. Там небезопасно. Пора покориться. Не выходите отсюда никогда. Ни при каких обстоятельствах не выходите. Нахрен. Давайте держи. Здесь туалет есть. Спокойно, тихо. Блин, да как же взять этого, обыскать ублюдка? Лом нет места, сейчас будет. Два динамита выдержал. Подожди. Давай лечиться. Бинты тут дают. Стой, кто это? Вон эта тварь. Ладно, пацаны, я ухожу. Ни хрена не видно, ну ладно. Добей, еще и снайпер. С какой стороны-то хоть? С крыши. Ну классно, война вообще началась. Вот это драйв. Так, мужик. Блин, нельзя, нельзя, нельзя. Еще и снайпера поставили. Делай давай. Это нам пригодится. Ну пошли. Ты что за хрен еще? Мы сожжем тебя! Отлично, прямо молотом. Вон, 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 вон. Тварь безродная, иди сюда. Сначала надо снайпера убрать. Иначе покоя не будет. Вот он. Падаль. И винтовка не нужна. Все четко. Так, не спеши, еще, наверное, сейчас будет один ублюдок. Вон он сзади. Твою мать. Твою мать. Да убей ты его уже наконец-то. Эти кусты не работают. Давай. Нет, я второго не осилю, ребят. Ох, в зад мне только что. Мы часть единого разума. Иди сюда, разум. Ты ж меня не видишь, правильно? Ох, еще один такой же. Блин, а как мне их убивать-то? Пипец. Вообще какой-то ужас. Может, есть что-нибудь? Готово. Его, короче, надо бить этим, своей битой. Причем из всех сил. Потому что стрелять с ним, стреляться с ним бесполезно. Это что за хрень? Нахрена мне этот ключ? А зачем мне ключ? Выходит, этот разводной ключ Рики подарил ее отец. Зачем тебе ключ? Наверное, квест какой-то должен быть с ним связанный, да? А это что? Пусть сила не оставляет тебя. Да, самое время. Слушайте, я зашел, по-моему, очень удачно. Какие-то два квеста выполнил. Пипец, вон она стоит, собака. Не уйди. Привет! Беги! Пипец, как же их убивать-то, если он стреляет со всей силы прямо в меня. Обалдеть вообще. Вблизи. А, иди сюда. Выходи. Он не движется. Пусть покорится. Так, еще одна.
Он уже в окно стреляет, да? Готов. Это благодаря тому, что я его три раза ударил битой. Так бы хрен бы его взял бы. Дымовая бомба. Пушка хорошая, конечно. Но калаш менять не собираюсь. Правда, это на винтовку меняется. Нет, винтовка нужна. Может быть, надо будет кого-то снять отсюда. Все, можно идти. Мне, конечно, в кустах больше нравится. Мне надо сюда добраться. Уроды. Мы о, здорово, здорово, здорово. И освободим. Пытался сжечь, да? Ну что, все, готово? Можем заходить? Здесь не будет здоровяка, потому что мне нечем его бить. Патронов особо больше нет. Эх, мой, вот. Мой гараж. Я дошел. Ух, здоровяка бить это одно удовольствие, я вам скажу. Очень мощная скотина, очень мощная. Там надо два раза ударить и куда-то бежать, я не знаю, в какую-то... В открытом поле это смерть. С ним встретиться, это все. Пусти ее, пожалуйста. Нет! Вы потеряны! Нет. Да я разберусь. Я уже спасал такие дела. Развязывал. О! Это они фрика вызвали, да? Какого хрена ты наружу вылезла? Я услышала крики. Не могла же я просто так сидеть. Стоп. Погоди минуту. Что происходит? Все кончено. Железный Майк договорился о перемирии. Что? Так просто? Я ничего не понимаю. Сейчас выясним. Так просто? Идем. Рики, ты прости меня. Это ты меня прости. Так может, нам было раньше чуть-чуть? Майк, это все просто недоразумение. Им нужно только... Напали на мой лагерь. Нужен. Убили моих людей. Это просто недоразумение. Что? Мы нарушили договор. Пришли на нашу землю. Украли наши припасы. Вы напали на моих людей. Майк, послушай. У нас сделка. Привет. Ай-яй-яй-яй-яй. Покоритесь, братья. Покоритесь. Ну, Шиза, излагай про сделку. Черт возьми, подожди. Ну, расскажи. Расскажи, как ты с потрохами продал нас им. Чего ты от меня хочешь? Да хорош придуриваться. Говори давай, пока... Ты думал, я не выберусь, да? Глотку. Ладно. Ладно! У меня сделка с Карлосом. Ясно? Майк, я не хотел. Не хотел сдавать лагерь. Клянусь, только их, этих двух, его и Бухаря. Они ему нужны. И все. Да, удачная вышла сделка. Я же хотел спасти лагерь. Я же хотел вернуть мир, который он нарушил. Майк. Дик. Я рад, что ты жив. Отпусти его. Дик. Хорошо. Карлос. Он сказал правду насчет вашей сделки? Лгут лишь потерянные. Да. Правду. То есть мы вам Дика, Уильяма, байкеров, или как вы их там зовете? И вы не трогаете Лос-Лейк? Нормально. Вы упокоитесь с миром. Даю слово. Что-то мне не нравится эта сделка. Вот это гарантия. Твое слово. Упокоитесь с миром. Великий царек великих упокоителей. Эй, мы пришли под флагом перемирия. Да пошел ты! Это мой лагерь. Мои люди. Я не позволю, чтобы ты тут что-то требовал под своим кровавым флагом. Хрен тебе! Мне плевать, что сделали эти парни. И зачем они тебе нужны? Знаю только, что ты их не получишь. Майк, пожалуйста. Был уговор. Нет, вот уговор. Карлос. И другого тебе не светит. Бери своих людей и проваливай отсюда нахрен. Иначе умрем все вместе. Прямо здесь.
И сейчас. Прежний союз в силе. Конечно. Я им уверен. Сучий пухарь! Так. Ведите-ка этих на выход. Эй, мы не закончили, Карлос. Покорись, брат. Дик, пропусти. Пропусти! Майк, я хочу сказать. Это вообще надо... Этого запереть. Повесить. А, нахер хотел мы сказать. С ним. Руки убери! Ну, запереть тоже сойдет. Я все пытаюсь втолковать. А вы не слушаете. У нас тут так дела не делаются. Мы тут людьми не торгуем и не считаем нормальным хладнокровное убийство. Уведите его. Отвали. Мы будем его судить, как цивилизованные люди. И тогда он свое получит. Я не стану извиняться. Не стану. Я пытался спасти этот лагерь. Карлос не отступится. Упокоители не отступятся. Слышите, не отступятся. Кто это был? Джесси. Да, мало ему того, что он возглавил свою секту после конца света, ему еще и возмездие подавай. Сука, Джесси, гребаный псих. Да. Видать, он пас нас уже давно. В Крейзи Уиллис на нас напали совсем не случайно. Так Шиза хотел нас ему продать? Куда его увели? Я ему же башку сверну. Нет, нет, нет. Шиза пока подождет. Ты лучше собирайся. Молотовых возьми, патронов сколько унесешь. Ну и что ты задумал? Уверен, это плохая идея. Да, да, плохая, но мы это провернем. Я сейчас заберу взрывчатку из дома и запальный шнур у Шиза. Жди меня у моста. Объясню по пути. Ты со мной, брат? Да. А, да. Будем все-таки взрывать, да? Они не остановятся. Сюжетная ветка. Лагерь Железная Майка все еще существует. Это меня радует. Я думал, уже все. Мы с ним простимся. На самом деле нет забота о безопасности. Везде нам добавили по проценту. Каждой сюжетной линии растерзанный новый рецепт, который делает супербиту топору покоителя. Но не такой уж мощный. На первый взгляд, среди друзей новый рецепт. Фугас. Дик, ты на связи? Дикон, ответь! Да, Рики, я здесь. Слушай, мне некогда. Что произошло? Я видела, они посадили Шиза под арест и... Да? Хорошо. Слушай, я сейчас занят. И Карлос со своими просто взял и уехал. После всего, что они сделали. Да? Я понял. Давай ты это лучше с Майком обсуди. Обсудим, но мне надо с тобой поговорить, чтобы ты дров не наломал. Ну вот, мы же разговариваем. Лицом к лицу, это важно. Ага, как всегда. Слушай, мне пора. Дик, подожди. А, извини, Рики, потом обсудим, конец связи. Прицепилась. Так, мне надо. Что это такое? Среди друзей, как тебе новые хоромы? Спровоцировать Шиза. Что это за задание? А это что, железным? А это что? Забота о безопасности. Найти огнепроводный шнур в хижине Шиза. Понятно, в общем. Все, я так понимаю. Меня сохранили, нет? Где мой мотоцикл вообще? Вообще остался в другом месте. А как мне к нему... А что это за маршрут? Лагерь Железная Майка. Быстрый переход невозможен. А купить можно патроны там что-нибудь, нет? 10 метров до спуска. Не знаю, сейчас как полетит наше задание. Давайте пока не будем. Что мы так сидя наиграли, через другую лестницу уйдем. А где я сплю вообще? Вот здесь я где-то сплю.
Вот мотоцикл мой привезли. Или там не мой. Нет, это не мой, но похож. Вот моя кровать. Дайте тут сохранюсь. Все-таки. Все. А то я сейчас по лестнице спущусь, и сразу же начинается новый квест, смотрите. Забота о безопасности. Приготовиться к штурму комплекса упокоителей. Раз. Забота о безопасности. Найти огнепроводные шнуры в хижине Шизо. Спровоцировать Шизо. В общем, из трех квестов можем выбрать лучший. Плюс еще Такер. Там что-то там заикалось, чтобы я к ней заехал. Но Такер, извини, не в ближайшее время. Сама понимаешь, жара пошла. На этом все, друзья. Спасибо, что смотрели. С вами был Дмитрий, канал Шедвель. Игровые миры. До новых серий. Days Gone. Пока.